Нет миллионера, ребята, как шарик, помните, в матроске. Андрюха. Я не могу вообще это. Андрюха, ты кормишь миллионера сосисками, ну ты понимаешь? Ой, давай рекламу сделаем хоть сосисок. Что мы хоть за сосиски едим? Хоть не сдохнем тут в лесу. Так, ребята, мы находимся. 32-я долгота, 43-я ширина, широта. Ой, короче, если что, ищите нас здесь. Матроскин. Гав-гав. Ой, это ржака, балабака. Вот они, друзья. Настоящие окопы. Ага, Андрюшка, сейчас. Смотрите, что творится. Движуха какая. Там был блиндаж один. А тут все именно вообще в сумасшедших окопах. Вон еще Андрюха справа пошел туда. Видите, они глубокие, какие большие. Смотрите, ребятки, какие сосны. И все пилят. На картах смотрю. Все выпиливают. Посмотрите, какие шикарненькие. Вот даже я полностью ее не обхвачу. Вот ширина какая. Видите, и он пилит там додик. Ой. Человечество само себя схавает. Через какое-то время ничего не останется. Посмотрите, зайдите карты со спутника и увидите вырубки. Уже, я не знаю, 50% леса по Украине вырубленного. Вот такой значок, ребятки, выпал. СССР, эра. Алюминька. А мы двигаемся дальше. Гранателла попалась пустая. Видите, возле дороги шли ожесточенные бои. Что там, Андрюха? Пробка. Это ваш комрад. Смотрите, какие гильзачи. Андрюха, у тебя что, Паркинсон? Трусят все. Так, друзья, смотрите, проволочки. Ну вот пошли вот эти вот наши гильзы. Наши гильзы — это очень плохое предвестие того, что находки будут плохие. Потому что у наших бойцов ничего не было. Они были, к сожалению, нищие. Поэтому нам нужны немецкие оппозиционы. Смотрите, какое состояние. Видите, латунь. И вот проволока тоже непонятно, чи латунь, чи чешуа. Ну как вот можно украинскую ходячку, Андрюха, найти в лесу? Так, вот это, смотрите, ребятки, вот эти настоящие целые, это мы выкидываем все прямо здесь. Это 94-й год. Ну надо ж, блин, а. Ну это, кстати, удивительно, потому что алюминька вообще. Это первый раз я, кстати, за сколько лет нашел. Ты находил вообще алюминий? Да? Да брешешь. Ты брешешь все время. Трюха, ну опять ты нашел гильзы. Ну я ж просил тебя монеты. Что ты вот это собираешь, хлам всякий? Ой, боже. Ой, боже. Мама родная. Фашистов? Для туристов? А ты там какую-то пульку еще, да, говорил? Там, где я еще найду на кармане. Андрюха, ты байку какую-то знаешь? Ничего не знаю. Не знаешь ничего? Нет. А подписчики ждут от тебя байки. Все? Да. В карманчик сразу. А ты еще украинскую, да, нашел какую-то? Здесь улик.
что, вот что бы у тебя снять такого? Ничего на камеру не надо снимать. О, у тебя кепка новая, не? Нет. А, кстати, щуп же ж у нас. Ёшкин кот. Вот же, ребятки, щуп новенький от Андрозика. 93 сантиметра. Ой, я не могу. Вот такой хвостовик. Мина. Без войны никак. Здесь все в окопах, в траншеях. Где наш Андрозик? Видите, какие холмы. Ветерочек, классно, ребята. Балдеж. А, вон Андрюха. Спрятался. Такая пуговка попалась. Солдатская. Почти целенькая. Ну, как находка, она не представляет какой-то ценности финансовой, но это находка, ребята. Это круто. Ходили только что, шли с Андрюхой. Смотрим, смотрю, Андрюхи нету. Думаю, да где ж он есть? А он с копачом. Пацан тоже копает, новичок. И знаете, что самое интересное? Я вообще в шоке. Я все время на всех стримах говорю, друзья мои, идете в лес, должна быть экипировка. Берцы, резиновый сапог. Есть змеи, есть камашки, которые от одного укуса у вас будет вот такая нога. Проткнете ногу. А, порезы. Чувак копает в сандалях, представьте. В сандалях. Я вообще в шоке. То есть, ну, категорически, просто категорически. Под ноготь может что-то тоже попасть. Порезы. Ну, повторюсь, змеи. Вот и вы ее так не видите, гадюки черные. То есть берцу она не прокусит, а... Ну, короче, это, конечно, очень так наблюдать. Фух, присел передохнуть, жарище. Сейчас водички попьем и пойдем в бой. Вот, ребятки, смотрите, какая прелесть. Это элементы конской упряжи. Кто не знает, обалденная, красивая. В наших местах нечастая, кстати, находка. Обалдеть. Видите, она такая большая, как гривна Украины. Вот как рубль голова Ленина по диаметру. Большая, красивая латунь. Обалдеть. Такой вот предмет попался, кто не знает. Это посадочная лопата. Она для посадок использовалась елок. Вот это старая СССРочка. Тяжелая. Килограмм, наверное, да 5, это точно. Так, и вот такие две монеточки выпало. Так, 3 копеечки. 76 и 83. Что-то там еще в лунке. Сейчас будем смотреть. Ребятки, смотрите, какая прелесть. Щитовичок. 37 год. Это Андрюшка нашел. Это не я. Состояние бомбезное. Патина вообще. Козырная просто. Обалденная. Все, погнали дальше. Так, стою в таком блиндаже. Видите, какой он глубокий, с выходами. Вон ваш комрад Андрозик. Смотрите, какая глубина. Будете смеяться, ребята. Монеты Украины не дают мне покоя. Вот еще двушку нашел. Алюминиевую 94 года. Обалдеть. Пошли гильзачи. Но это так копчик. Блиндаж. Он пустой. Это говорит о том, что, скорее всего, это был либо какой-то, может, перевалочный. То есть здесь... Что там? Андрюха говорит, какая-то хрень. А, ну это соединительное с блиндажа. Ну, соединительное на дерево было с блиндажа. С окопа, да-да-да. А
Так, это от ремня, правильно? Да. Немецкая, обалдеть. Они вшивают качественно, правильно в полотно. Угу. Присылают тебе, ну, если ты у них покупаешь полотно. А ты уже прягу сам вставляешь, и все. У тебя класс. В оригинале и то может стоять. Обалденная вещичка. Это классная штука. Это вообще... Бронебойный. Смотрите, какой красавчик. И, ребята, не поверите, опять полтинник 92-го. Ну, это вообще жесть. Ну, почему именно здесь и почему именно мне? Неопознанный объект. А это с противогаза, да. Саша, ну что ты? Семен. Что ты? Люди ж будут смеяться. Я его не точно вытащу. Ай, блин, овод. Так, онлайн. Да иди ты в баню, ля, зараза, жрет меня просто. Иди ты нахер. Скотина, жирные такие. Ушел сигнал. Все, тишина, да? Какая-то мелочевка была. Так, ладно. Такая вот застежечка с немецкого противогаза и обломок старой ложечки. Видите? Так, что там у нас? Онлайн. Ничего? Осколок. Осколок. Сейчас мы тут покружим. Фух. Комары и оводы. Оводы нас просто уничтожают, ребята. Фурнитура, видишь, да, с кусочком кожи. Вот подбородника. Ох, сказки. Класс, и вторая застежка побольше с какой-то разгрузки. Но угу. Хорошо то, что они обе алюминиевые редкие. Такие вещи, жалко, не клеймились. Но и ты, и я понимаем, что это немцы. Класс. В оригинале. Ну, ты доволен? Ну, конечно. Куда-то пойдут. Станут на свое место, на свои ремешки. Рабочие, хорошие. А это потому что кепка перекупщика в работе. Работает, да. Ребятушки, вот монеточка. Нашел ее Саша. А знаете почему? Потому что он сегодня копает в моей кепке. Поэтому 50% всех находок, а может и 80%, придется мне извлечь. Потому что... Представьте, еще я, дурак, думаю, отдам ему кепку. А он еще говорит, да, давай, давай. Я думаю, да к чему это? И вот на дороге, пожалуйста, двушка царская. А что вот это? Это шито. Немецкого противогаза, окуляры. А, с противогаза. А вот это что вот это за? Это бачок, что-то с ними связано. Не могу знать. Да? А вдруг там свастика? Не-не. Нету, да? Понял. Вот, ребятки, смотрите, это взрыватель от немецкой мины. Сейчас я вам покажу, там все усеяно снарядами. Это все мы закапываем сейчас сюда. Это ничего не берем. Где-то тут под деревом еще было. Снаряды просто лежат пачками. Вон, видите? Опа, смотрите. Прям. Ха, мышка побежала. Сейчас я вам еще покажу. Сейчас еще покажу. Вон, смотрите. Целый арсенал. Ух, ёптыш. Обалдеть. Смотрите. Сколько их? Штук, наверное, 50-60. Очуметь. Лежат они. И не надо их трогать. Вон, Саша. Лупасит. Идем по дороге. Да, вот это там куча, конечно, снарядов. Я в шоке. Тоже подписчикам сейчас снял. Вот надо так найти. А, со взрывателя? Да. Обалдеть, я уже выкинул. Ну, и вот сюда он одевался, а здесь же стросик ее сдергивал. Класс. И происходила детонация. Угу. Так, ребятки, посмотрите, какая тема. Сейчас наш специалист, знаток, что, где, когда, вызываем его. Так. Ничего здесь сложного нет. Пепсиколу куда ты забрал? Пепсикола американская. Так. Что мы имеем? Что мы имеем? Ничего особенного. Гильзы латунные немецкие, отстрел от пулемета МГ-34, пара потерянных патронов. Значит, гильзы латунные... 9 миллиметров либо из пистолета, либо МП-40 работал. Немножко планка.
Значит, что у нас есть? Это ты, да? Да, это, да, это, ага. Значит, деталь от гранаты М24 колотуха. Угу. Пара уголков от ящика немецкого, зацеп к нему же. Угу. Значит, верхняя часть у купорки от снаряда. Угу. Еще какая-то закрывашка неопознанная пока еще нами. А вот еще уголок от ящика. Ну, особо больше ничего. Вот эти у нас что это? Это у нас капсуля от... Вот каких-то тоже снарядов. И вот это предполагаемо... Этот стальной, этот латунный. Нами, что, может быть, даже использовалось как пепельница. Как пепельница, что, похоже. Потому что такую невозможно. Или донышко от котелка. Нет, ну это какая-то гражданская крынка какая-то. И пепси-кола 95-й год, кстати, с крышкой. Приспособленная под пепельницу, да. Ну, пока все. Пока все. Пока все. Ну все, ребятушки, спасибо Саше за комментарии. Пойдем дальше. Лопаточка советская. Вот такая кралечка. Ох, ребята, сколько оводов, мух. Слышите эти звуки страшные? Капец. Такие вот находочки, ребятки. Ножичек, видите, какой. Лесничок потерял. И два уже немецких патрона. Сегодня мы по немцам копаем. Тебя чуть-чуть в камеру можно или нет? Конечно. Да? Смотрите, ребятки, это наш новый комрад-подписчик. Зовут Александр. Так, что там? Осколочки. Вот прибор у него такой. Потом мы тест сделаем, кто лучше. Если выиграет Саша, значит... разыграем мой прибор. Если я, значит, его прибор разыграю вместе с лопатой. Заяц меня не видит. Побежали. Вон он, ребята. Ой, я не могу. Заяц в шоке вообще от меня. Ха-ха-ха!